5-километровый марш-бросок, имитация настоящего боя и нравоучения детям от ветеранов спецназа. Сегодня профессиональный праздник отмечают бойцы спецподразделений внутренних войск МВД. 5 километров для неподготовленного бойца – непреодолимое испытание. Подростков разбили на две группы. Пока первые несутся в сторону базы, другие прикрывают сзади на бронетранспортере. Деревни, дома. Короче, классно кататься. На полпути к цели – смена позиции. Прошел отлично, было интересно. Бежали ребята, все менялись, кто уставал. Но все равно все бежали до конца, все прибежали. Дополнительная разминка и на стрельбище. Ружья и патроны не настоящие. Умение выслеживать соперника, стрелять на ходу точно в цель, пригодятся на службе. В этом не сомневаются ветераны спецназа. Чтобы они росли именно в этом патриотическом воспитании, чтобы занимались спортом, вот, были как мы, то есть мужественные, спортивные, чтобы служили в армии, служили в элитных войсках, в спецназе, вот, чтобы через физические труд были морально живые, здоровые. Уже много лет ветераны отряда специального назначения МВД дают детям патриотические уроки. В этом году школу юного бойца прошли 30 ребят из Стерлитамака и Стерлитамакского района. Артем Ланягин, Игорь Яковлев, Стерлитамак, служба новостей.